Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, а также Екатиспортик, мускулистый. Ой, ну прям, если я быстрее всех поедаю конфеты, не значит, что я спортсменка. И сегодня мы находимся в самом спортивном городе на всей нашей планете. Мы находимся там, где даже дети в возрасте 7 лет делают жим-жима, лёж-лёжа, сидя и поднимают штангу, которая в 20 раз тяжелее, чем они сами. Мы находимся там, где люди на завтрак, обед и ужин кушают протеин, а потом все это запивают протеиновым соком. А потом у них на десерт, угадай что, протеиновый тортик. Все из протеина просто. А, ну так мы в Тюмени. Это точно Тюмень? Не Тюлень, а Тюмень. Там очень много спортивных залов, мне говорили. Там, то есть нет кафешек, там нет KFC, нет Макдональдса, там вот стоят спортивные залы. Они везде тренируются, на каждом шагу идут, хоп, упали, отжались и пошли дальше. Это Тюмень, да, точно. А ты откуда знаешь, разреши поинтересоваться, что это Тюмень? Я в 3-м классе выиграла спортивный конкурс «Лучший спортсмен», ну, лучшая спортсменка класса, короче. Меня отправили в Тюмень, потому что это спортивный город. Но я там со многими познакомилась, в принципе. Друзей-то много оттуда. Да. Ну слушайте, если вы в Тюмени всю свою жизнь кушаете только протеин и нормальной еды у вас нет, тогда вы реально настоящие спортсмены. Крепитесь, вы будущее страны. Ой, они там такие силачи, такие вообще большие, мускулистые. Ой, ну раз мы в Тюмени, пойду побегаю. Так в Тюмени качки, а не бегуны. Тогда пойду качаться. Сегодня у нас подозрительно темно. Может быть, бог Майнкрафта превратился в какую-нибудь темную сущность и прячется вокруг где-то нас? Ну, может быть, там? Если мне и Катижопик не изменяет память, в прошлый раз, когда мы проводили всю серию в темноте и день даже не наступал, нас поджидала прям самая кромешная сракостанция, когда на нас нападали призраки, потом демоны, потом Дракулы, вот эти вампиры, потом мистер Криперы, вот эти, которые сейчас перед нами, и все остальные. Кать, ничем хорошим эта серия, мне кажется, 100% не закончится. А тебе не кажется это все каким-то подозрительным? В Тюмени всегда ночь, не наступает день. У них там что, абонементы спортзал, что ли, безлимитные именно ночью? Или чё? Кать, я не знаю, почему в Тюмени всегда ночь, но, как обычно, в самом начале всех серий Майнкрафт, но мы с тобой находим какие-то странные деревни. И вот это, честно тебе скажу, деревня на первый вид вообще недружелюбная. Слушай, ну да, уже подожженная, как это правильно говорить-то? Неважно. Прикол в том, то, что здесь везде паутина, это сразу значит, то, что она просто заброшенная. А, ну тогда нас не поджидает никакой опасности, кроме этих вонючих пауков. Отстань от меня. Пожалуйста, отстань! Грибы огромные, прям почти как Катя ростом. Это раз. Подожди, а что мы здесь будем тогда делать, если здесь ничего нет? Давай тогда хотя бы внутри посмотрим, вдруг здесь есть сундуки, которые помогут нам разгадать загадку этой серии. Этот бога Майнкрафт, Идрик колотить, который никак не может успокоиться. Ну что-то я зашла в дом, тут половина пола нет, и все прогнило, и трава... О! Зато сундук есть. Давай посмотрим, что там. Конечно, паучий глаз. И зачем он нам? Пошли дальше. Не будем брать даже? Паучий глаз такой, черт нам паучий глаз. Если нам нужен будет паучий глаз, мы пойдем свежий, добудем, просто пауков зарубим, да и все. Ты смотри, колодец. Ого, а где вода? Только не столкни меня. Вот вода, колодец просто высох. Такой первый раз вообще вижу. О, еще один сундук. Давай сюда, в этот дом забежим. Давай, я первый, без разницы. Давай, заходи, дамы вперед. Первый, говорю, заходи. Дамы, вперед, давай заходи! Ой, ты трус вообще, капец. И чё это? Это у нас сундук, а в сундуке у нас... Вы чё, издеваетесь? Кать! Стекло! Стекло! Может, они хотят, чтобы мы здесь ремонт им сделали вот так? Типа, у них здесь все сломано. Вот, типа, вот, залатаем все дыры. Может, вот так? Чё-то я пока ничего не понимаю. Так, пошли дальше. А паучьим глазом украсим что-нибудь. Паучьим глазом, да, украсим. Еще один сундук. Сейчас вот иди ты проверь. А где? Как ты их вообще замечаешь? Порох! Заброшенная деревня. В сундуках просто порох. Паучьи глаза, стекло. И больше, в принципе, здесь ни черта нет.
Чё-то я не понимаю, Кать, на самом деле. Подожди. Чё? А это чё такое? Чё? Ну вот, я такого в Майнкрафте не видела никогда. Какая-то пещера, что ли. Так вот, что это может быть. Слушай, может как раз-таки в ней все сокровища деревни прячутся, все секреты. Ты умаешь? Мне кажется, просто заброшенная пещера. Ну, если она заброшенная, значит, надо ее навести, чтобы она не была заброшенная. Давай тогда зайдем и посмотрим, что там внутри, а? Ой, давай ты один, мне что-то как-то не хочется, я пойду. И ты меня еще трусом называла? Ну, знаешь, да, называла. Теперь я трусиха, не пойду. Ау! Там кто-то есть внутри! Если есть, подай признаки жизни! Есть, обернись. Вот тебе признаки жизни, ядрить ты колотить, но я не мистер Крипер горил. А если там кто-нибудь задницу откусит? Иди сюда давай, не надо рисковать. Ладно, хорошо, может мистер Крипер это предупреждение, то что внутрь туда ходить не надо. Но там же факелы, значит там кто-то есть. Ну, вроде как мне кажется. Ладно, в кузницу затаскивай саркостанцию свою. Ты такой бесстрашный, тебе лишь бы куда-нибудь залезть. О, яблочки, ну нормально, хоть что-то полезное. Ну хотя бы что-то так, яблочки, ростки вот эти и сахар. Слушай, забирай сахар. Может, если это нам попадается, может быть, это нам пригодится сегодня. Хотя на кой черт? Хочу пиццу. Да господи, ты меня выпустишь из этого дома или нет? Так, в этом доме все просто заросло. Ни черта не видно через вот эти кусты. Так. Опа! Опа! Опа-на! Это, походу, намек, чтобы мы в этой серии зелье какое-то сделали. Подожди, был паучий глаз, был порох, был сахар. Это, походу, маринованный паучий глаз, только... А что можно сделать из маринованного паучьего глаза? Кать, ты вроде химик у нас, а? Там было еще стекло, а ты его все заставил, блин, в дыры вот в это. Чтобы мы бутылки-то сделали для зелья. А стекло — это бутылки, точно. Так, в этом доме мы были или нет? С факелами который? Мне кажется, первый не раз были. Вижу. Так, здесь есть сундук, а в этом сундуке у нас с тобой... Шлем. Тролля. Это типа кто мимасики постит, да? Ну да, тролли это те, которые мимасики по... На меня посмотри! Смотрю. У тебя клыки выросли просто с челюсти. Хе-хе, прикольно. Ой, мистер Крипер. Мистер Крипер? У тебя там все с жизнью нормально, адекватно, не? Мистер Крипер. Кать, ну давай мы его трогать не будем, ему и здесь нормально. Так, шлем тролля. Подожди, учитывая то, что как бы я тебя частенько троллю, может реально это мой шлем получается тогда? А мне зачем второй тогда? А я вот тебе ни разу не тролль. Ну, типа я тебя троллю, во фиг его знает. Я один это слышу, или ты тоже слышишь? Кто-то топает. Может быть, это стая мистеров Криперов вот так вот одновременно прыгают и такой звук? Все, лагучий! Ёперный ты театр. Так, пошли за мной. Мне кажется, ли звук исходит как раз-таки оттуда, в ту самую пещеру, в которую ты не захотела заходить. Убей вот этого Игорёнчика сзади нас и пошли посмотрим. Да, конечно, пошли посмотрим. Опасность, идем прямо туда. Ну да. Кто там пугает, идем туда. Конечно, как в тупых вот этих американских хоррор-фильмах. Как? Клыки вот эти! Клыки вот эти, как у тебя клыки! Как у тебя клыки прям! И у тебя тоже как клыки вот эти! А ты, может, пойдем? Пойдем? Вот сейчас точно пойдем мне дрыть колотить! Так вот это настоящий тролль! А не те тролли, которые в комментариях у нас, вот этот тролль огромный, гигантский, вот такой! Как в мультиках тролли такие с розовыми волосиками! Нет, это не с розовыми волосиками тролли! Тогда в этот дом! В этот! В другую сторону! Другу, конечно, спортсмен, мы в Тюмени с тобой в этот дом, давай в этот дом, не дрикать. Да нафиг, просто ломай вот этот, заходи обратно, заходи вот сюда. Это неправильные какие-то тролли, они какие-то большие и страшные. Вот в мультике там розовые волосики, желтенькие, синенькие, там все хорошо было. А это неправильные тролли, они большие и страшные какие-то, мистер Крипер. Ёперный театр, ты помнишь, мы с тобой смотрели «Холодное сердце» вроде? Там тоже вроде были тролли, они были маленькими такими, пухленькими, с большими щечками, вот такими вот, они вот такие гигантские, с топором!
Да, они под камушками там жили, спасали людям жизнь. А это что? Подожди, подожди, подожди. Что ты знаешь о троллях? Как их можно убить? Не знаю, добрых троллей не убивал никто. Ну так это не добрые, это плохие. Ну не знаю, у меня есть эта снайперка, давай убьем. Этой снайперкой ты этому огромному троллю разве что вот это подмышки сможешь пощекотать, больше ни черта. Слушай, ну, я помню, я давно смотрел «Властелин колец», «Хоббита» вроде. И там тоже вроде были тролли. И знаешь, как они их убили? Как? Они дождались, пока наступит день, когда тролль словит первые солнечные лучи, он превратится в камень. Но это было только в фильме. Кстати, может поэтому здесь всегда ночь, а день очень редко. Вот именно, ты здесь видел хоть раз, чтобы день настал? Да нам не спастись, все. Ну тогда, тогда нам надо дождаться дня. Когда день наступит, по теории «Властелина колец», тогда тролли уйдут. Послушай меня, мы сейчас с тобой не фильмы, мы не «Властелины кольца» и даже вообще вот не эти... Слушай, каждая серия «Майнкрафт», но как отдельный фильм. Не умничай, пошли. Подожди, а где он, кстати? Он только что бегал вокруг нас, сейчас его просто нет. Слушай, может, ушел домой спать? Ой. Ну спокойной ночи тогда, если ты пришел домой спать! Вали отсюда, нафиг опять да ехали ты, папай! Я тебе предлагаю свалить через деревню, там же, где мы и пришли! Давай за мной, быстро, он на крыше! Я тебе давно это предлагала еще валить из этой деревни! Пошли, он там на крыше, пока он нас не догнал, он идет за нами! Быстро, 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 быстро! Ну он вроде медленный! Раз, два... Это, походу, его девушка пришла, тоже не с розовыми волосами, я тебя огорчу. Сука, просто нафиг с Тюмени. Согласна. Сраный Майнкрафт, ну давай стреляй, снайперки, может, поможет. Помоги! За мной, сюда, в эту сторону, беги, убери ты эту снайперку, сейчас тебя сожрет просто. Давай за мной. Люди добрые, спасите, помогите! Там спортсмены, тюменские качки, эти переросташи атакуют, помогите! Они не розовенькие, они большие и страшные! Кать, я сомневаюсь, что это качки тюменские! Нас, походу, обманул бог Майнкрафта в начале серии, как обычно, это тролли! Это не качки! Так, иди сюда, подойди сюда! Зелье! Нам дали понять намек, то, что нам с тобой надо скрафтить зелье. У меня есть стекло, у меня есть сахар и у меня есть порох. Выбрасывай, что у тебя есть. Так, ну у меня есть саженцы дуба, есть эти самые яблоки, тотем бессмертия. А, это нет, это мое тотем бессмертия, извините. А, ну еще паучий глаз, точно. А, так ты его все же взяла? Конечно, я знала, что пригодится. Что из этого можно скрафтить? Я знаю то, что я не самый хороший зельевар. Паучий глаз это 100% маринованный паучий глаз. Если добавить маринованный паучий глаз в зельеварку, то... Зелье замедления! Ты как ты догадался? Это логично, паучий глаз дает эффект замедления. Слушай, так может их надо замедлить до утра? На улице, чтобы вышло солнце, и тогда они превратятся в камень. Точно, точно, они не успеют дойти до пещеры. Они не успеют, да. Только нам не хватает двух предметов. Нам не хватает грибов, чтобы сделать маринованный паучий глаз. И топливо для зелеварки. А зелеварка, кстати, есть в той деревне. Мы же ее нашли, поэтому Я туда не пойду. Надо будет туда вернуться, Катя. Хорошо, но может у жителей попросим помощи. Вы что там делаете, а, товарищи? Может вы поможете? Слушайте, дуриманды в колодце рыбу ловят! А там, кстати, сквидвард падает вот этот. Есть у кого-то огненный порошок? Нам для зелья не хватает. А? Носатые чучела вот эти. О, куда-то побежал один, и второй куда-то побежал. Может, сейчас что-то притащат, я не знаю. Так, в жизни тролли не встречали никогда? Или встречали? Если встречали, знаете, как их убить? Мы тут зелье хотим скрафтить, чтобы не знаете. Принес что? Молодец! Ну все, Кать, теперь точно надо с тобой вернуться в ту деревню. Прям 100%. А грибы! О! А это что такое? Смотри, что есть. Ядрит ты колотить. Смотри! Подожди! Так у того тролля тоже такая огромная фигня была. Ты меня не бей, ты мне 3 сердечка сносишь даже в алмазной броне. Так подождите. Вы легендарная троица-убийца троллей? Это вы троллей убили? Вот это за всю жизнь 100 троллей убили. Так тут написано топор тролля.
А, ну, логично. Ну все, тогда давай пошли обратно, возвращаемся в деревню. Спасибо, пацантрас, за помощь! Вы нас очень выручили. Господи, что такая штука вот эта огромная? Ты и поаккуратнее не размахивайся так. Слушай, ну с такой штукой в эту деревню не страшно пойти, в принципе. Ну, тем более, ты меня будешь защищать, пока я буду вот это зелье варить. Пошли. Все по-честному, все по-честному. Ты варишь зелье на кухне, а я защищаю дом. Отлично. Тут реально просто вечная ночь, но рано или поздно день же когда-то наступит, и нам с тобой до рассвета надо успеть скрафтить вот эти зелья и затормозить всех вот этих троллей. Тут есть вот эти грибы. Может, если их сломать или... А вот! Вот они! Вот они, Кать! Какие грибы? Господи, вот тролли. Не тролли, а грибы. Вот коричневые обычные грибы. Из этих можно краски сделать маринованный глаз. Забегай вот в этот дом. Быстро! Сахар, глаз и гриб. И у нас получается... 9 маринованных вот этих паучьих, да, вот этих самых. Так, сейчас ставим сюда топливо. Кать, твоя задача, иди сгоняй в тот дом, где есть верстак, скрафти бутыльки, набери воды и прибеги сюда обратно. Вы все побежала. Все, водичка при мне, так, посторонитесь, поберегитесь. Хоп, заходим, раз, два, сразу в зельеварочку, сразу ставим бутылочки, вот сюда одну. Так, а вот сюда незериты нарос, вот этот из незера пиндюлем. Во, смотри, все, готово. О, молодец, ты уже знаешь. Так, сначала надо сделать мутное, вот эту мутную воду, потом добавить сахар, чтобы зелье скорости, и потом только зелье скорости у нас получится зелье замедления. Господи, да пока мы это зелье сделаем, нас вот эти уже тролли сожрут, поэтому смотри, чтобы они сюда не пришли в любую секунду. Так, надо заделать вот эту бутырочку, ага, камушком. Заделывать, так, сейчас будет зелье скорости. Ну, слушай, вроде я их не вижу до сих пор. Ты видишь где-то? Ну, вроде не видно и не слышно. А нет, и видно, и слышно только, что здесь эта чупакабра пробежала. Зелье скорости, сейчас добавляем паучий глаз, и у нас получается зелье замедления. Вот он ходит. Катя, они 100% проголодались. Если кого-то они скушают в первую очередь, что туда... Едрить ты колотить. Мы тут, подожди, зелье сварим и потом выйдем погулять, ага. Давай, быстро. Капелька, давай. Все получилось. Добавляй туда порох, а то ты порох мой забрала. Добавляй туда порох. Слушай, может ты пока расскажи историю, почему у вас там не розовые волосы, как Катя говорит. Нет, не хочешь? Нет, тут Катя. Нет, хочет крушить дом. Он хочет крушить дом и тебя съесть. Замедление на 1:30. Забирай все, что есть, и быстро на улицу. Так, держи одно. И что, я прям вниз пиндюлить? Подожди, надо их собрать в одном месте. Иди сюда, за мной, один на крыше, другой еще где-то. Быстро сюда, за мной. Вот, я вижу двоих. Троих я вижу. А, ну как раз у нас три зелья, да? Бросай! Бросай зелье! Вот в этого бросаю, брось его! Все, бежим, бросай в них еще зелье. Одного не хватит, их же трое, бросай! Три сразу зелья на всех троих! Стой. Походу сработало. Пацантре, вы раньше как бы не очень скоростными были, учитывая, что у вас жопа-то тяжелая, реально троллячая. Да сейчас вы вообще еле как ходите! Так, тихо. Так сработало, реально! Иди сюда за мной! Осталось недолго. Ты смотри, где луна. А вы-то забыли, то что как только день наступит, вы же в камень превратитесь! Ну, лично так... Так в «Властелине кольца» было, а вот как на самом деле, я не знаю. Будет печальнее, если, конечно, наша теория не работает. Но вы же в курсе то, что вы не успеете! Ну сейчас, луна уже сейчас зайдет! Вот сейчас уже солнышко выйдет с другой стороны, ну все! Пошли к ним в пещеру, давай быстро мимо них пробегай и давай в пещеру! А что там интересного? Я не знаю, что там интересного. Сейчас подождем, пока они камнями вот этими станут. И потом посмотрим. Тут 100% какие-то сокровища есть. Обратно ты выйди, может там еще тролли есть. Да вряд ли, здесь уже точно никого нет. Они все выбежали на улицу. День наступил. Может пойдем проверим, что там и как. Ну посмотрим, вдруг они там уже в песочек превратились. Давай за мной. Стоят. Один стоит, второй стоит. И третий жопой к нам повернулся и тоже стоит. О, молоточки их, слушай, может заберем? Я один заберу, у тебя есть. Слушай, ну ты молодец. Молодец, что смотришь фильмы. Хоть в чем-то ты умный, хоть в чем-то ты разбираешься. В смысле, хоть в чем-то я умный? То есть, получается, во всем остальном я тупой? Это ты меня так сейчас оскорбить решила? Ой, ну ладно, все, давай, я пошла.
В смысле, хоть в чем-то умный? Да если бы я не смотрел «Властелина колец», если бы я не знал то, что они днем превращаться в камень, да они бы нас слопали еще предыдущей ночью! Так я и говорю, ты молодец, что фильмы смотришь, спас нас в этой серии. Умничка. В смысле в этой серии? А в предыдущих сериях я тебя не спасал, походу, да? Ну нет, в прошлой серии я все сделала. Очуметь просто. Вот так и спасай задницу и как и спортику вот этому мускулистому, да? Только, как в конце оказалось, Тюмень... Нифига не город спортсменов. Если у вас там реально тролли водятся, ну, дожидайтесь утра, они в камень превратятся.